Ну что же, ребят, я молодец. Знаешь, что такое интуиция? Интуиция – это просто-напросто, как говорится, действие наобум, которое в итоге дало результаты. Ты просто, я вот просто наобум стал вот сюда копать, это не знаю, я это как интуицию не рассматриваю, и вот нарвался на замечательное месторождение. Так, где у меня золото? Подожди. Вот оно, золото собирается прекрасно. Видишь, оно получается, сейчас посчитаем из скольки. Во, еще один. Так, получается сколько, видишь? Из 6 блоков. Это немало. Так, ну давай сразу тогда выберем все-таки и уголь. Так, он собирается. Вот это вот что такое? Как будто бы вот какие-то светящиеся вот эти шарики отсюда вылетают. Это вот что такое может быть? А кирка — это не проблема. Кстати, сейчас я уже... Подожди, что такое-то? Я, кстати, сейчас оптом уже все научился делать. Совершенно, значит, закладываю в печь 64, допустим, этих блока руды. И спокойно все это готовлю. Так, ну а что? Ну давай продолжим прямо дальше идти. Вон, видал, тут земля. Как тебе вообще такой вариант? Вдруг земля попадается и на глубине. Так, еще одно золото. Ты понимаешь, какой я молодец, а? Так, я даже подумываю, может быть, вот таким порталом копать побольше. Так вот сделали. Сейчас мы воткнем свет вот сюда. Этот свет уберем. И давай. Наверняка. Вот, вот оно еще. Вот оно еще. Так, здесь уже, видимо, нету. Там у нас железная руда, которая тоже такими грибницами обычно растет. Ух ты, это у нас тоже синенькая. Хорошая. Ну что, я должен сказать, что успех налицо. Меня, конечно, смущает, что мое прохождение Майнкрафта, наверное, не очень интересно смотреть, но зато мне очень интересно играть. Конечно, это удивительная штука. Так, вон, смотри, сколько. Ты видишь, сколько золота? Так, у нас инвентарь сейчас уже переполнен будет. Давай-ка, знаешь, чего мы с вами сделаем? Пойду я сейчас в следующем видео отнесу в сундук.